Доброе утро. Я хотела сегодня весь день снимать котов и свою прекрасную жизнь с этими котами. Сейчас где-то 11. Я просыпалась где-то в 9, и ко мне пришел Маркус, и он урчал и лег мне прям вот сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, он лег мне прям вот сюда и лежал и урчал. Так урчал. Короче, сегодня я буду снимать котов. Давайте посмотрим, получится ли из этого что-нибудь. Маркус, это что, Эля? Ребят, это что за куски котов? Это что? Дуй давай, дуй. Эти коты. Маркус, пойдем есть. Эля. Ням-ням-ням. Это был шаг один. Покормить котов. Пока коты едят. Но Маркус не ест, потому что он куксится. Я приготовлю себе блинчики. It's a masterpiece. But my babies. They're so small. So small babies. So small. Small. Маркус, пойдем гулять? Пойдем гулять. Нет, сюда, сюда, сюда. Маркус, Маркус. Сюда. Эля, ты пойдешь гулять? Пойдешь гулять? О, Господи. Маркус готов. Эля, я думаю, что ты тоже хочешь гулять. Свобода! Шаг два. Выпустить котов. Шаг три. Скушать блинчики. Ой. Вот они. Тут у меня есть облепиховое варенье и малиновое варенье с волосами котов. Я использовала такую муку, какую-то странную, типа грубого помола. Она такая вся серенькая, с кусочками. Куча-куча. С каждой секундой это видео становится все лучше и лучше. Давайте посмотрим поближе. Мне кажется, что коты уже готовы. Окей. Эля! Один кот есть, второго нет. Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. Маркус, я тут читаю про свиной грипп. Ложитесь, ложитесь, господин. Ложитесь. Господин. Пушистая попка. Кот приземлился. Блин, Эля, иди сюда. Блин, ребят. Это просто какая-то жесть. Да подожди, ты куда? Ты вообще кто? Ты как это сделала? Короче, я лежу в кровати, я на втором этаже, и вижу, Элли сидит вот здесь, на подоконнике, бля. Просто жесть, я не знаю, я никогда этого не видела, блин, она поднялась на второй этаж, на подоконник, я не знаю, по винограду, и вообще, каким образом? Элли, можно, пожалуйста, взять у тебя интервью, пожалуйста, подожди, не уходи, ну, Элли. И этот монстр теперь пришел и лег ко мне и свернулся клубочком. Ты выбрала лучшее место. Просто лучшее место для этого. Супер. Блин, ну ребят, вы представляете, вот так сидеть, что-то делать, посмотреть на окно второго этажа и увидеть вот здесь кота. Я просто охренела. Вы лежите. И как он? Такой интересный блог. Пока Маркус лежит и Эля просто сидит и ничего не делает, я делаю картошечку. Точно, я же обожаю эту картошечку. Я потом сделаю вам рецепт этой картошечки. It seems we have progressed to another position. I'm gonna eat some soupy. Если что, Маркус съел две порции еды, так что... Everything is fine here, okay? Очень горячо. Коты увидели котов. Теперь они сидят и контролируют этих котов. Здравствуйте, Маркус.
Здравствуйте, Маркус. Нет, не уходи. Чё ты унюхал? Предательство? Смотрите, какой чудесный подарок мне оставил Маркус на кровати. Или Эля. Aww, it's a piece of poop. Кажется, это всё-таки Эля. Спасибо большое, что посмотрели, как я живу со своими котами. Он такой, посмотрите на эту татуировку.